Если вы начинаете просмотр эпизода с перемотки того, что было в прошлых сериях, то обломитесь. Почему-то в этом эпизоде, в отличие от других, события решили показывать сразу. Если ты уже собралась драться, то может стоило метнуть ей это в лицо? Посмотри, что ты сделала с ковром. Мне очень жаль твой ковер, но почему-то оказалось на нем, если схватили тебя возле него. Чего вдруг Камни Бесконечности решили показать Елене, как все изменилось за время ее отсутствия? Они были на стороне Таноса, и теперь от обиды злорадствуют на всеми, кто пропустил 5 лет? Я не могу потерять Кейт. В предыдущих сериях. Вы все же решили показать, что было в прошлых сериях. На 5 минуте 23 секунде. Во втором эпизоде, когда сюда приходил Клинт, никакого соуса на столе не лежало. А ты долго не шла. А с чего она вообще должна была прийти? У нее как бы дом сгорел, наверное, она должна жить в другом месте. Сериал так и называется «Соколиный глаз». Так почему его показывают лишь на 13 минуте 42 секунде? Моя сестра погибла из-за него. Откуда такая уверенность в этом? Тебя даже не существовало, когда это происходило. Или тебя убедило пара слов, что виноват именно он? Ну да, кому нужны эти двери? Эффектность превыше всего. Даже если спуститься нужно всего лишь со второго этажа. Вам надо будет приехать, ответить на пару вопросов. Надо же Кейта к Орме вернуться, чтобы не пропустить арест Джека. Майя, приходи туда, где ты впервые увидела Ронина. Одна. Но мы же не Майя. Не поспоришь, наверное, Бартон подумал, что Майя парень в костюме. В машине у Кейта 3 стрелы за спиной. Когда она выходит, стрел становится куда больше. Посмотри. Кто это с моей мамой? Может, ты сначала видео посмотришь? Фиск выглядит слишком неорганично на фоне остальных, будто из другого сериала вылез. Кейт, мы напарники. Если вы два напарника, которые поссорились, то вам суждено помириться. Союзники? Когда они успели внедрить сюда роликов? Все официанты вдруг решили уволиться вне мероприятия, а организатор вместо того, чтобы решить эту проблему, самому побежал Кейт, чтобы она ему людей нашла. Повезло, что Кази – гений мысли, решивший нацепить лазерный прицел. Вот без него никак было не обойтись. Бокалы пустые, хотя на самом деле полные. Сука. Почему каждый русский должен это говорить? Сука. Ну чего ты смотришь в этот прицел? Целься уже или уворачивайся быстрей. Задержать дыхание вот никак не выходит. Обязательно нужно вдохнуть этот газ, а потом уже выбегать из комнаты. Завяжи ты узел, шансов было бы больше. Это должно быть страшно. Должно быть страшно. Должно быть, Кейт. В чем твой план? Зачем ты просто прыгнула? Ты цела? Да. Да. Оказывается, я обладаю суперспособностью выживать после свободного падения с 30 этажа. Сработало, бро. Прости, бро. Да не бро она, бро, сестра, бро. Правда, будешь запомнить, что Кейт Бишоп не парень в костюме. Это с какой силой нужно бросить, чтобы наш сальто крутанул? Ну чё, народ, погнали на? Ой, то есть, чего это у вас все такие живучие после падения с такой высоты? Да из чего вдруг трос оборвался в этом месте? Когда это должно было случиться в месте опоры или фиксации? Как же много у Бартона различных видов стрел. Есть даже такая, что заставляет противника идти против своих, поворачиваясь в их сторону, чтобы всех задело. И снова эффектность превыше всего. Трюк, конечно, крутой, но могла бы и просто к нему подойти. Комбо. Персонаж стреляет не глядя, персонаж не смотрит на взрыв. А ты хорош, Кази. Не думай ведьмаки записаться. Да как она так бьет, что человек просто улетает? Думаю, она. На виде снаружи за рулем никого не было. Это было внедрение магнета в Марвел? Фиск ведь не мог вырвать эту дверь силой мысли, да и троса я здесь не вижу. И чего-то сериал там висит, если должна была упасть после погашения удара. Сериал удивительным образом совмещает в себе два момента, в одном из которых парень вырубается от броска на прогиб, а в другом девушка спокойно встает после удара амбала. Как-то мы прослушали звук заводящегося мотора и того, как она отъезжала для того, чтобы набрать скорость, которую она даже не смогла бы набрать. Напротив этого здания не открытая дорога, а еще одно строение, тротуары, припаркованные машины. Это наконечник? А стрела куда делась? Вот что делают герои. Арестовывают матерей на Рождество. Разве она тебя арестовывает? Я вот не слышал, чтобы она сказала, вы арестованы и зачитал тебе права. И почему никто не зачитал права? Ну надо же было им так встретиться. Майя будто знала, что он сейчас из-за этого угла выскочит. Согласны. Это вы что сейчас вот так Фиска слили? Или он у вас тоже мандариновый? Лучше следи за своими вещами. Ну и зачем Майя искала эти часы, если они принадлежат не Ронину? Клинт так и не определился, где ему поставить баскетбольную стойку. То она стоит чуть дальше от дома, то прям впритык. Прав был Капитан Америка. Мюзикл как сцена после титров это уже слишком. Да и зачем мне ваш мюзикл, если в нем не участвуют главные герои? А знаете, кого там не было? Этого парня. Человека-муравья.